Всем привет! В этом видео я хочу вам показать, как из тех водяных счетчиков, которые мы остановили, можно сделать замечательную, полезную и интересную вещь. Это музыкальные колонки. Смотрите, что они могут. Как видите, звучат очень даже красиво. Я подключил сотовый телефон к водяному счетчику. Но никаких чудес. Смотрите, как я это сделал. Для того, чтобы сделать музыкальные колонки из водяных счетчиков, которые остановились, мне потребуется пара водяных счетчиков, пара динамиков от старых компьютеров, немного проводов, один провод с вот таким штекером для телефона, так как музыку я буду проигрывать с телефона. Пару вот таких переходников американка. От них нам потребуются только вот эти гайки. И пара эксцентриков. Вот таких деталей. А точнее не их, а отражателей. В парах они идут вместе с ними в комплекте. Я снимаю отражатели. Эксцентрики и вот эти части я просто убираю в сторону. К динамикам я припаиваю провода. После того, как мы припаяли провода к динамикам, я проверяю их на щелчок с помощью батарейки. Характерный звук говорит о том, что спайка прошла удачно. Теперь я полностью разбираю оба водяных счетчика и готовлю их к монтажу динамиков. Теперь я разбираю счетчики. Ослабив пломбу, я снимаю кольцо, крышку и механизм. Удаляю магнитную защиту. Выкручиваю латунное кольцо. Крышку с прокладкой. И удаляю крыльчатку. Собственно говоря, все это мне больше не понадобится. Мне нужен только тяжелый металлический корпус. В этот корпус, как нельзя лучше, вставляется вот такой динамик от старых компьютеров. Все будет выглядеть вот так. Учтите, что в одном из отверстий стоит решетка, поэтому провода легче просунуть сюда. Еще раз акцентирую внимание, что я использовал динамики от PC-спикеров. В старых компьютерах эти динамики служили для подачи сигналов, иногда для воспроизведения музыки. Именно они как нельзя лучше подходят к этому типу счетчиков. SVG-15. Динамик очень хорошо крепится в корпусе водяного счетчика. Со вторым счетчиком мы сделаем то же самое.
Наши динамики надежно закреплены в корпусах водяных счетчиков. Теперь мы сделаем небольшую аудиопроверку. Я подам на динамике сигнал от телефона и проверю, все ли я правильно сделал. Для подключения колонок я использую типовой штекер. Разводка этого провода такова: белый общий, красный, зеленый — это каналы левый и правый. Так как мы делаем стереосистему, я буду использовать оба провода. Но для начала я проверю всего один канал. Соединив провода пока навесным монтажом, я использую типовой проигрыватель моего телефона и подключаю колонку. Нажимаем play. Колоночка звучит. Давайте я поближе подвину ее к камере. Ну, отлично звучит. Можно выключать. По сути дела, мои колонки готовы. Но я все-таки приведу их в более эстетический вид, чтобы можно было хвастаться перед друзьями, да и вам не стыдно было показать. Для этого я использую остатки от ремонта водопроводной системы. Задекорировать верхнюю часть нашей колонки, та сторона, где решетка, лучше вот такой натяжной гайкой от переходника. Так будет смотреться эстетично. Снизу мы организуем подставку. Если кому не знакома эта деталь, это отражатель для смесителей. Продеваем в него провод. И навинчиваем на резьбу. Наша колоночка из счетчика готова. Соберем вторую. Итак, наши колонки готовы. Симпатичный и эстетичный вариант. Причем они достаточно массивные, поэтому звук от них получается вполне великолепный. Подключаем к телефончику. Включаем проигрыватель и наслаждаемся. Получили замечательные колонки, но им еще можно придать более интересный вид. Дело в том, что динамики достаточно утоплены. И поэтому мы можем сделать декорацию в виде реального водяного счетчика. Чем немало потом удивить своих друзей и знакомых. Одев счетный механизм и прозрачный колпачок, мы получим вот такой вот оригинальный звучащий счетчик. Посмотрите, какая замечательная музыкальная колонка получилась из остановившегося водяного счетчика.